Нет. Отпусти его! Линч! Я тебя прикончу! Алло. Привет, милая. Ты уже дома? Ладно. Нет, я все еще жду Кейна. Да. Да, приятно будет с ним встретиться. Давно мы не виделись. Слушай, я тебе перезвоню. Пообедаем все втроем. Да, и я тебя, милая. Пока. О, Сю. Черт. Шанхай. Долгий перелет, а? Рад тебя видеть. Сколько лет, сколько зим. Как жизнь? Не надо. Давай я это понесу. Я думал, меня встретит мистер... Ах, да, Клейзер. С ним и завтра встречаемся. Я бы хотел обсудить с ним пару моментов. Хорошо, хорошо. Мне кажется, есть пару проблем со сделкой. Конечно. Как твоя дочь? В смысле, она через столько прошла. Я сказал, нормально, ясно? И не задавай идиотских вопросов. Все намечено на утро четверга. Завтра Глейзер нас проинструктирует. Отлично. Где я буду жить? Я отвезу тебя в отель. Но сначала одно небольшое дельце. Надо с одним парнем поговорить. У меня для него послание. И? Да, он слишком много болтает. Ладно, когда закончим изображать из себя гангстеров, отвези меня в отель. А, конечно. Так, мы на месте. Слушай, парень этот мелкая рыбешка. Я с ним просто поговорю, кое-что передам и сразу уйдем. Понятно? Только будь осторожнее. Это территория банды. Гадюшник это. Ах ты! Назад! Какого хрена это было? Будь я проклят! Эй! Бросай пушку! Слышишь меня? Сукин сын! Вот, держи! Издеваешься? На всякий случай. Надо его поймать! Давай! Нам нужен... Господи! Я просто поговорить хочу! Отвали! Живо в укрытие! Иди дальше. Я смотрю, ты все тот же псих, Линч. На нас внимания не обращайте. Сколько можно? Тут есть черный ход. Черт! Сукин сын! Козлина вызвал подмогу! Все, Никон, этого мало, чтобы со мной справиться, засранец! Ну, вернись! Давай, Кейн, сюда!
за девчонку он за собой таскает? Я не знаю. Плевать. Дороги! Брэди! Линч! Линч! Твою мать! Это что с тобой такое? Куда он делся? Спустился по лестнице! Пошли! Когда все узнает. Бежал туда. Какого хрена, Линч? Ты же сказал, что дело плевое! Пошли! Да он весь город на нас натравил! Я же говорил! Территория банды! Вон там! Слева! Осторожно! Пошел в здание в центре! Что ты от меня скрываешь? Ничего! Но это же настоящая война! Нет! Просто осложнение! Дерьмо!
Сигналь не за этим летел! Куда он делся? Прямо по курсу. Ты меня слышишь? Дать ему рот, засранцу! Давай! Эй! Отлично! Он в наших руках. Он в ловушке. Никуда не денется. Одно твое слово, и я всажу в него пулю! Ну что, закончил? А теперь давай поговорим. Эй! Спокойно! Боже. Что это было? Он что? Что сейчас произошло, твою мать? Ты убил его девку, Кейн. Ни хрена подобного. Да, поехали за твоим багажом. Черт, надо придумать, что сказать Глейзеру. Глейзер, это Линч. Да, он здесь. Отвезешь нас к докам? Отлично. Да, Кейн хочет с тобой кое-что обсудить. Ладно, заезжай за нами через 20 минут. Все, до встречи. Пока.